наш земляк – герой Советского Союза. Он лично прорабатывал оперативно-тактические задачи для партизанских отрядов и руководил их выполнением. Это все о Сергее Ивановиче Сикорском. Сергей Иванович Сикорский родился 11 сентября 1907 года в Бобруйске в семье рабочего. В детстве пас скот. Закончив приходскую школу, работал грузчиком на станции Березина. В 1930 году после службы в армии вернулся в родной город, будучи членом партии большевиков. Вскоре его выбирают секретарем партячейки в одном из сельсоветов района, а потом и председателем. Наиболее полноличные качества Сикорского раскрылись в годы Великой Отечественной войны. Он, находясь в Красной армии, с июня 1941 года стал одним из организаторов подполья и партизанского движения на временно оккупированной немецко-фашистской войсками территорий Витебской и Брестской областей Белорусской ССР. В ноябре 1942 года Сикорский был заброшен в немецкий тыл и назначен уполномоченным по Брестской области. С апреля 1943 года назначен командиром партизанского соединения и одновременно секретарем Брестского подпольного обкома. Сергей Иванович разработал планы рейдов 20 партизанским отрядам, проводил идеологическую работу среди партизан и мирных жителей. Под его руководством в 1943 году пущено под откос 526 вражеских эшелонов, взорвано 320 мостов, уничтожено 20 385 немецких офицеров и солдат, большое количество техники, складов, линий связи. После освобождения Беларуси Сикорский 8 лет успешно руководил Могилевской областной партийной организацией. 1958 года он министр внутренних дел БССР, четырежды избирался членом ЦК КПБ, дважды депутатом Верховного Совета СССР, депутатом Верховного Совета БССР. Сергей Иванович Сикорский умер 28 апреля 1960 года. Похоронен в Минске на военном кладбище. Именем Сергея Ивановича Сикорского названы улицы не только в Бобруйске, но и в Бресте. Я иду по улице Сикорского. Это наш земляк. Он руководил партизанским движением. Великую Отечественную войну до ноября 1942 года находился на фронте в качестве политработника. За доблесть и мужество полковник Сикорский в 1944 году получил звание Героя Советского Союза.